Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola G9 Power изменить язык системы. Для этого в первую очередь переходим в настройки. Затем раздел «Система», «Язык и ввод», «Языки», «Добавить». И перед вами открывается полный список языков, на которые вы можете поменять язык системы. Давайте выберем, к примеру, украинский. И затем, чтобы поменять язык системы на украинский, перетягиваем его на первое место. И язык системы меняется на украинский. Если же вы хотите поменять его обратно на русский, переходим в налаштування, система, мова та ведення, мови и перетягиваем русский обратно. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!